Блядь, заебись, начал серию. Короче, здорово-здорово, дорогие друзья. Да, блядь, заебал это приора, кто это такой? Охрана. Охрана отмена. Здорово. Здорово. Не вовремя. Вообще попал кадр. Попал в кадр. Кстати, в топ-видос попал. Попал. Короче, здорово-здорово, дорогие... Фу, блядь. Здорово-здорово. Привет. Приветствую, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере с матрам данными 3, все как всегда. И как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас новая рубрика, а именно Изи Видео, Изи Видос, Изи Топ, Изи... Повтори за... Не, видос в стиле ютубера, я еще не придумал. Короче, сегодня у нас... Булкин, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И да, мне надо переодеться. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Булэван. Мы продолжаем играть на сервере не CCD, второй сервер, а Смотра, и не второй, а третий. И как вы поняли, это ваша любимая рубрика Сири против Алисы, а именно... Битва тюнинга, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Вот, что я сделал. Купил, короче, я поставил на гелик ООО 88796. Конечно, не 98, не 99, не 97, не 78. Ну и у него, конечно, на гелике 78, но 90 тоже 6 пойдет, потому что мне на 2 свободных места, потому что это рубрика. Задолбал, пока поехал в ЛВ, пока поменял номер, пока приехал на БУ, пока еще то, пока еще все. Блин, почему не можно добавить в СФ? Измену, да, хотел сказать измену, ну такой, бля. Чтобы обменять на мираж. Нельзя, нельзя, да? Вроде нельзя. Или можно? Не знаю, короче. Так, я приехал за Хондой S2000. И, наверное, мы их разыграем. Не, наверное, так и мы их и сделаем. Разыграем. Я надеюсь, она в этом автосалоне, потому что я что-то ее не... А, вот. 500 тысяч, господа. Что там... Все, Honda S2000 покупаем. Почему именно Honda? Почему не Жигули, скажите? Ты же хочешь сэкономить. Я тоже не знаю, почему я хочу сэкономить. Наверное, потому что Жигули были у всех, а просто если искать в Ютубе, там смотрим та и Honda S2000, вы вообще ничего не найдете с тюнингом даже. А тут Булкин, ну, Булэвен, сори, Булэвен. Вот. И у меня не было Honda S2000, так что покупаем. Так, 500 тысяч... И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, не хотите ли вы видос, выбиваем блат номера, ну как, да, блат номера, у меня уже есть такой видос, один вроде, да, или два, не, один, мы второй заснимали, но не засняли, короче, там в описании, я вам оставлю ссылочку, мы, короче, здесь же, на сливах пыталась выбить блат номера, но что-то не выбили, вот, так, давайте, Honda S2000, Эхо, Эхо и Хво. Это намеки 159, 769, 90. Короче, давайте Эхо это будет. Эхо это будет Сири, а Хво это будет Алисы, короче. Так что давайте на чем-то поедем. Давайте гелик достанем. И опять надо добраться нам до тюнинга Лас Вентураса. Ладно, короче, я доеду, мы продолжим. Черная карета мчится, в 90 вертится, еще какая-то БМВшка, еще БМВшка. Это в 90, да? Синяя еще, казалось бы, еще на ООшках. Казалось бы, при чем здесь Булкин, да? Ну ничего, что я там говорил, Эво или Эхо, это Сири, да? Так, давайте спаним Эхо, короче. Бесит, что на смотри показывает тюнинг. А, на комету она заменена, сразу уже понятно. Хотя бы один кабриолет, потому что на смотре вообще нету кабриолета, и как я считаю, это, наверное, очень фигово. Не, наверное, так и есть. Добавили бы хотя бы Бокстер, или бы не убирали его. Или Carrera S, там, не знаю, что-то добавили. Ну, короче, такое, блин, в очечках что-то вообще неудобно. Так, заезжаем мы внешний тюнинг. Сначала с внешнего начнем, блин, с Рулимонов 3, наверное. На такую херню просто. Так что, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо. Так, крышки капота нету. Заходим, да,
Так, что я нажал? Спойлера. 1, 2, 3, 4. Стоковый тоже считаем, пацаны. Или не будем? Давайте стоковым тоже. Это же не такой мажор. Ну ладно, пусть будет стоковым. Привет, Сири. Привет, Сири. Выбери рандомное число от 1 до 4. Случайное число от 1 до 4, 4. Не, давайте не будем 4. Давайте. Ну, 4, блин. Это неинтересно, блин. Расширение это будет 3. Ну ладно, пусть давайте 4, ладно. Сказал уже 4, пусть и будет. Но люблю, мне уже нравится эта программа. Фендера. Привет, Сири. Выбери рандомное число от 1 до 3. Случайное число от 1 до 3. 1. Заебись. Выбери рандомное число от 1 до 3. Ответ 89. Выбери рандомное число от 1 до 3. Это 2. Спасибо. Ну такое. Выбери рандомное число от 1 до 3. Ответ 2. Чуть тебя на двойку потянуло. Хотя это хорошо, потому что спереди и сзади нормально. Ну, так-то более-менее нормально. 470 тысяч. Покупаем, блядь. Еще раз, считайте, купил еще одну из 2000. Окей, заезжаем теперь в диски. Блядь, заезжай, говорю. А дисочков сколько у нас? Ё-моё. 44. Со стоковыми. Выбери рандомное число от 1 до 44. Это будет 25. 110 тысяч. Заебись. Ну такое, пацаны. Давайте еще их. Давайте еще выберем резину, ладно. Сколько их, ёпарасота. Хотя, есть вообще разница. Короче, на эту тачку резина пофиг, так что не будем выбирать столько где. Давайте немножечко подрегулируем. Начиналось все хорошо. А закончилось как всегда. Так, давайте выберем вот так вот диски даже. Опа. И пойдет, блин, передних на задние. 110 тысяч покупаем. Ясно. Ладно, пацаны, давайте достаем нашу S2000 вот эту. И заезжаем, короче. В тюнинг. Не забудь, что это Алиса, а то я уже хотел Сири опять спрашивать. Это был бы киноляп вообще жесткий. Так, где мой Яндекс? Блин, еще ж VPN врубить, она же в Украине не работает. Ну ё-моё, а? Чё так сложно, а? Чё? Блин, а глаза болят, что-то вообще очень. Я представляю свою рожу просто там. Я надеюсь, там еще видео записывается. То есть, если там все похерится, это будет вообще фигово. Я если вам расскажу историю, потому что я уже записывал эту рубрику год назад. Записывал 15 минут, понял? Тоже в стиле Булкина. Но у меня половина видео записалась, половина нет. Да. Может, ты мне уже подключишь VPN? Не, не хочешь? Давай. Не хочешь? Я говорю, да подключай. Давай по-братски, что ли, так. Ты что, так впадло, блин, подключить? Да, давай мне еще рекламу. О, подключила, пацаны, ща. Заходим, где наша эта... Алиса. Алиса, мне кажется, будет более разговорная, так. Выбери рандомное число от 1 до 4. Простите, на интернете, кажется, нет. Ты прикалываешься? Выбери рандомное число от 1 до 4. Выпало число 2. Вообще, всех на двойки потянуло, что ли? Двоечница! Ха, почему бы и нет? Выбери рандомное число от 1 до 3. Выпало число 2. Прикалывайся, что ли? И в мыслях не было. Да ладно! Точно вам говорю. Угу. Выбери рандомное число от 1 до 3. 3. Да ладно! 3. Офигеть, там нас было юб... Ты сама в шоке. Иди в жопу. Стоп, а мы правильно пока... Ну да, двойка, это же двойка. Просто, понимаете,
Тут-то было карбон, а здесь нет. А теперь наоборот. Сговорились, блин. Выбери рандомное число от 1 до 3. Выпало число 1. Заебись, без заднего бампера. Ну это поэкономнее, поэкономнее. Нормально. Так, что ты, блин, это все слушаешь? Не слушай меня, ё-моё. Да я говорю, не слушай тебе, блин. Ладно, хорошо, больше не буду. Вот так и надо вас. Та задолбала. Вы не обижаетесь на меня? Обижаюсь. Было бы на что обижаться. Да. Знаете, пацаны, что я самое больше боюсь в этом ситуации? Чтобы не выпали диски за лимон. Тогда это будет полный пипец. Прям полнейший. Напоминаю, что от 1 до 43 и 44 это стандартный. Вот. Выбери рандомное число от 1 до 44. Выпало число 29. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Давайте поставим их. Согласен, всегда бы так. Действительно. Приятно, когда... Да замолчи, ты уже задолбала. Выбираем, короче, радиус там поменьше, чтобы было. Вот так, и передних на задний вообще по... Фигу. Так, давайте хотя бы поедем, немножечко их поднимем, обед все сливы и продолжим. Какие сливы, блин, уже заговариваюсь. Короче, тут поднимем их. Вот. Тут поднимем. Что я сказал, блин? Чиповку поставим, где она? Давайте поставим, что там, давайте... Нет, не дрифт, давайте X5, F85. Вот, нормальный чип. Ну как нормальный, почти нормальный. Давайте их немножечко поднимем. Вот. Подвеска 0.15 0.02, можно? Не, пацаны, это уже джип Honda S2000. Так, 0.18. Ладно, давайте уже поднимем и продолжим. Так, пацаны, мы приехали, короче, в тренировочный центр. Это тачка Siri, так что спрашиваем Siri. Один тонируем, два не тонируем. Привет, Siri. Выбери рандомное... Тонировку хотел сказать. Стопай назад. Я не вижу. Выбери рандомное число от 1 до 2. Это 1. Окей. Выбираем, короче, насколько тонируем. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И ставим, короче, везде одинаково. Выбери рандомное число от 1 до 5. Ответ 4. Заебись, по 14 000. Давайте задний не будем ставить, потому что у меня так его нет. Вот, и ксенон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выбери рандомное число от 1 до 8. Это 7. Заебись, зеленый цвет. 70 000. Покупаем. Чё, пацаны, нахуй, тонированная S2000. Такое. Так, это уже получше, конечно, это мой фаворит, можно так сказать. Так, заходим в эту Яндекс, где это, разговорчивая тварь. Один тонируем, два не тонируем. Выбери рандомное число от 1 до 2. Выпало число 1. Выбери рандомное число от 1 до 5. Выпало число 2. Выбери рандомное число от 1 до 8. Выпало число 5. Раз, два, три, четыре, пять. Йо! Да блин, Алиса, ты прям вообще кайф делаешь, Вася. Пацаны, у нас последняя точка осталась, это покрасочная. И сейчас будет самая жесткая часть. Так что, давайте, присаживайтесь поудобнее. Хотя, вы же, наверное, знаете, кто там уже выиграл. Я, скорее всего, знаю, но сейчас может быть жопа. Как все, короче, вы знаете ее имя. Ставь лайк, если понял прикол. Так, вот это я сейчас хорошо проехал, хорошо. И пишите, кстати, в комментарии, какого ютубера вы хотите, чтобы я повторил. Может, более угарно, может, более типа приличнее, может, нет. Но мне так вообще нравится записывать видосы, если честно. А тем временем там тренажка поехала на таком виниле. Так, выбираем цвет кузова. Давайте вообще акрил. Раз, два, три, четыре, пять. Выберем типа тон. Привет, Siri.
Подожди, это же Алиса, куда я? Куда собрался? Полевое. Выбери рандом. Выбери рандомное число от 1 до 5. Число 1. Все ж было хорошо. Выбери рандомное число. Нет. Я попробую, но не уверена. Блин, все было хорошо. Сейчас такое чувство, как с баллончика задул просто. RGB, пацаны. Если что, максимум 255. Вот 255, там 255. Вот. HSL, если что, я же там программист, ё-моё, у меня компьютерная графика, RGB это цветовой тон, и HSL тоже, только они разные, получается, там по-разному свои цвета преподают. Так что мы только RGB выбираем от 0 до 255. Выбери рандомное число от 0 до 255. Выпало число 110. Еще раз. 149. Еще раз. Число 192. Спасибо. 192. Ну, кстати, вообще неплохо. Главное, чтобы она сейчас с дисками ничего не сделала. Выбери рандомное число от 1 до 255. 159. Выбери рандомное число от 0 до 255. Выпало число 182. Еще раз. Выпало число 236. Вот сейчас будет жопа, пацаны, потому что так хорошо все было. А не... Да ладно, чё я не хотел сказать, почему не менял мат или акрил, видите, ничего почти не меняется, так что пусть стоит. Пацаны, мы уже походу знаем, кто выиграет, посмотрите просто на эту тачку, она вообще сочная, да? Вот, давайте её оставим сюда. А тем временем у меня сколько, блин, столько я бабла всорал, и потом просто в конце я подсчитаю на монтаже это все, и потом посмотрим, блин, сколько это вышло все. Мне просто уже нравится, блин, зеленый ксенон. Давайте зеленую тачку, тогда это будет нормально. Ладно, привет, Сири. Привет, Сири. Выбери рандомное число от 1 до 5. Случайное число от 0 до 100. 25. Выбери рандомное число от 1 до 5. Это 5. Хамелеон. Ай, цвет кузова давай. Ну, зеленый, если выпал, был бы топ. Или фиолетов, знаете. Выбери рандомное число от 0 до 255. Это 112. Выбери рандомное число от 0 до 255. Это 143. А то оно перед этим 155 набрало, так что сори. Выбери рандомное число от 0... От... Выбери Антона, чё? Да, блин, не слушай меня, ё-моё. Я не вижу Антон в списке контактов. Попробовать поискать компанию с таким именем. Выбери рандомное число от 0 до 255. Это 7. Спасибо. Так что последнее число. Выбери рандомное число от 0 до 255. Может, еще долго подумаешь, а? Это 118. 118, пацаны. Ставим ставки. 100. Розовая. Спасибо. Цвет кузова. Цвет дисков. Эх. Привет, Сири. Выбери рандомное число от 0 до 255. Случайное число от 0 до 255. 29. Выбери рандомное число от 0 до 255. Ответ 32. Стопай, пацаны, она перед этим... Вот, если вам видно, 152... 155, вот, вот, вот. Если будет видно, я не знаю, что будет видно. Ладно, давайте. Выбери рандомное число от 0 до 255. Это 97. Выбери рандомное число от 0 до 255. Хорошо, вот что мне удалось найти в интернете.
Выбери рандомное число от 0 до 255. Это 113. Сори. 113, да? 350 тысяч. Спасибо, кто приехал. Вот. Короче, пацаны, вот такие у нас тачки вышли. Справа тачка Алиса, слева тачка Сири. Давайте пройдемся, давайте балл за... Как там все... Не помню, там еще фон висит, а нормально. Короче, давайте фон. За фон у нас... Ой, какой фон, блин? За тачку, за стоимость. Дешевле тачка... Ну, смотрите, сами просудите, если тут диски за 320, там за 110, да? И плюс то, что в Алисы тачки, тонировка дешевле, ксенон дешевле, нету заднего бампера, а здесь есть все. Ну, короче, тачка Алисы дешевле, это балл 1.0, плюс Алиса, она, ну, блин, реально, посмотри, такие диски, такие цвет, такая машина, ну, такой цвет, как будто с баллончика, ну, да ладно, диски подходят, но это более реалистично, чем розовая, хамелеонная S2000, затонированная в хлам просто, и вездеходные голубые диски. Ставьте лайк. Короче, за реалистичность справа Сири тоже. Короче, ой, какой Сири, Алиса. Так, пацаны, а чтобы вы видели, что вам нужно? Это первое, это подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк данному ролику. Третье, по ссылочке в описании, там написано мой ВК. Перейти на меня, и на моей стенке будет закрепленный этот видос. И вам просто надо будет его репостнуть. Все, итоги в следующем серии. Кто, типа... В следующей серии... Изи видео, изи это. Короче, вы поняли. В следующей серии итоги на эти тачки. Лайк, подписка. Лайк, подписка. И репост видоса с моей стенки ВК. Я думаю, все. Также вступайте в мою группу в описании. Там, ну, без, не группа, а беседу. Вот. И ждите скоро топовый, наверное, конкурс и т.д. и т.п. Но я вышка, наверное, тот человек, который начинает, блин, тратить бабки перед обновлением, а после обновления он его не тратит. Короче, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Вы же поставите, вы уже хоть и в конкурсе участвуете, люди хитрые, да? Короче, всем хорошего дня, или вечера, или утра. И всем удачи, и всем пока!